как начались соревнования, евро или доллар? Кто кого победит? Это евро, две штучки осталось. Скучились. А куча долларов. Да, куча долларов. Посмотри-ка, кто у нас там? Обама. Не зря тут кулаками машет. А евро нет. А евро, а так Европу, Европу уже поджал под себя Обама. Вон они, эти еврики. Совсем их в угол зажали. О, приходится разнимать. О, так кто у нас зеленый? Доллар? О, доллар побежал за своей добычей. Итак, кто? Кто забьет очередной гол в ворота? Экономические. Экономические ворота мира. Кто забьет очередной гол? Итак, доллара, 2 доллара. Евро тормозит. Евро тормозит. Его придерживают. Искусственно придерживают, заметил. Искусственно придерживают. Итак, давай, давай, доллар, давай. Рубля на вас не хватает. Ну, или китайского юаня. Вон, о, еще один, да, еще дохлый, какой-то дохлый, но решил. Но решил тоже принять участие. Ну что, да, заклевали и заклевали. Так и получается. Доллар снова на высоте. Продолжение следует.